повышенная температура, насморк, кашель. Всем давно знакомые симптомы гриппа. Нужно вовремя позаботиться о своем здоровье и сделать прививку. Вакцинация – действенный метод избежать заражений и тяжелых последствий от вирусов. В этом году в поликлиниках города используют отечественный препарат «Совигрипп». Она состоит из трех штаммов. Это основные типы вируса А – H1N1 – свиной грипп, H2N3 – это гонконгский тип и тип вируса Б. Прививаться лучше заранее. После введения препарата иммунитет формируется в течение 2-3 недель. Особенно важно прививаться от гриппа пожилым, детям, лицам с хроническими болезнями и беременным женщинам со второго триместра. Прививка не гарантирует, что вы не заболеете. Все зависит от индивидуального развития иммунитета. Вакцина поможет избежать серьезных осложнений, которые могут привести к летальному исходу. У нас пациенты умирают от осложнений, не от самого гриппа-то, а от осложнений. И надо сказать, что пациенты, которые вакцинированы от гриппа, у них минимизированы риски развития осложнений, заболевание протекает в наиболее благоприятной легкой форме. От самой прививки заболеть нельзя. Слабость и незначительное повышение температуры после вакцинации – допустимые побочные эффекты. После вакцинации могут быть нежелательные, то есть побочные явления. Это, как правило, в первые 3 дня ухудшение общего самочувствия и незначительное повышение температуры. Это стандартные реакции. Кроме вакцинации, важна еще своевременная диспансеризация. Она поможет обнаружить болезнь на ранней стадии и быстро вылечиться. Сделать прививку от гриппа можно бесплатно в поликлиниках города. Также работают выездные прививочные бригады по месту работы. Дарья Козина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров-24.